ждут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. КС Горан уляля, что за сайт. Я готов был выпрыгнуть сквозь заднее окно, чтоб не слышать эти разговоры про любовь. Я готов был пулями ранить себе висок, чтоб не слышать то, о чем ты мне сейчас несешь. Это, если что, моя первая проба в музыке в 2018 году. Первый раз в жизни, когда я попытался записаться и потом удалил все нахуй и больше не пробовал, это вот это вот. В 2018 году я вот этот кавер сделал на пачку сигарет и даже слова взял у Тифеста. Просто соединил два трека и вот эту хуйню исполнил. Ну слушай, не очень хуёво звучит, но не прям хуёво. Сколько уже прошло? Четыре года прошло. Я готов был выпрыгнуть сквозь заднее окно, чтоб не слышать все эти разговоры про любовь. Бля, вот надо же, мог же делать нормальную музыку.